поэтический концерт Ольги Сбарской, автора многих книг, включая сборники поэзии «Гармония души», «Мой изумрудный мир», «Вечность перемен», «Лунный эскиз», «Ес», поэтических шоу. Нам остается только пригласить на эту сцену поэта и автора этого проекта Ольгу Сбарскую. Ольга Сбарская! Ольга Сбарская! Спасибо большое, дорогие друзья! Добрый вечер еще раз! По вашим улыбкам я понимаю, что поэзия не только дышит и любит, но и создает определенный настрой. Международный день поэзии 21 марта этого года в московском издательстве «Новые витражи» вышел очередной сборник поэзии Ольги «Антик мгновения», на обложке которого написано: «Это поэтический экскурс в страну креативных ассоциаций, фантазий и мечты, возбудивший острый интерес творческой интеллигентности и литераторов из разных стран». Голос Ольги Сбарской – это один из редчайших голосов современной русской поэзии. Ее слова имеют душу. Поэзия Ольги – это редкий сплав философии и красоты. Ложить со мною выстраданный штрих на холст никем не тронутый доселе, стучит в висках рождающийся стих и к звездам мчит на жизни карусели. Я жизнь пишу, пусть техника лета и пусть несовершенные очертания сплетаются в невиданные па восторга, мед и горечь расставания. В предисловии книги член Союза писателей Москвы и Союза журналистов России Валерий Лебединский пишет: «По праву дарования Ольга Сбарская хорошо известна как одна из ярких, наиболее одаренных поэтов, одна из немногих, публикации стихов которых составляет гордость любого престижного издания». В 2019 году, День русского языка, Ольга была приглашена в ООН с поэтическим выступлением, организованным отделом переводов и клубом русской книги, во время которого зрители с благодарностью вспоминали прошедшее в ООН поэтическое шоу Ольги «Мой изумрудный мир». Где рифмы напевала мне метель, внося в стихи заснеженную лепту, взбивая по особому рецепту жасмино-хризантемовый коктейль? Где друзей остались имена, а от любви признание отголоски? Где счастье в черно-белую полоску проращивало жизни семена? Яркие, незабываемое выступление и всегда полные залы. Ольга словно переносит зрителя в другое измерение, заставляя переосмыслить события. Ольга Сбарская – член международных поэтических обществ и обладатель бесконечных наград и премий в области литературы и науки. Ольга выступала с поэтическими концертами во многих штатах Америки и неоднократно была удостоена звания «Посол поэзии США». Я чувствую мир сквозь замочную скважину, скитаясь в раздумье по кладбищу времени, и внемлю великим, безликим и ряженым комичности дня и полночному бремени. С Ольгой сделано много интервью по-русски и по-английски. Многие ее стихи были переведены на английский язык, записаны диски поэзии. Ее поэзия публикуется в литературных журналах России, Украины и Америки. Ольга – исследователь в области креативного потенциала человека, автор публикаций, книг и учебников. Ее научная деятельность находит отражение в поэзии. Яркие, насыщенные образы, невероятные повороты событий, сильные эмоции, интеллект и бесконечная музыка. Так описывает ее поэзию журналист.